Скандал вокруг отношений Джонни Деппа и Эмбер Хёрд не утихает. После их развода в 2018 году актеры подали друг на друга в суд. Эмбер Хёрд обвиняла звезду «Пиратов Карибского моря» в домашнем насилии, однако бывшим супругам удалось вне суда урегулировать вопрос. Актриса пожертвовала 7 миллионов долларов на благотворительность. После того, как Эмбер Хёрд вновь обвинила Джонни Деппа в побоях на страницах Washington Post в 2018 году, актер выдвинул встречный иск бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов в качестве компенсации. По его словам, обвинения Эмбер Хёрд являются ничем иным, как сложной мистификацией для того, чтобы карьера актрисы пошла в гору на движении против домашнего насилия. После обвинений со стороны актрисы компания Эл-Ареа Перри сделала Эмбер Хёрд своей представительницей, а ООН и Американский союз защиты гражданских свобод назначили ее послом по правам женщин. Джонни Депп ранее доказал свою невиновность в суде, но теперь у него есть улики против бывшей супруги. Он предоставил суду 87 видео с камер наблюдения, где видно, как Эмбер Хёрд ведет себя агрессивно по отношению к супругу. По словам Джонни Деппа, бывшая жена чуть не отрезала ему палец бутылкой водки, а также избивала его кулаками. Защита Эмбер Хёрд продолжает все отрицать. Это легкомысленная акция, лишь последняя из неоднократных попыток Джонни Деппа заставить замолчать Эмбер Хёрд, заявил адвокат актрисы Эрик Джордж изданию Led Bible. Это не единственное обвинение со стороны Джонни Деппа, по его словам. Эмбер Хёрд изменяла ему с Илоном Маском задолго до того, как они расстались. Несмотря на то, что актриса считает себя бисексуальной и недавно поделилась с прессой, как тяжело восприняли признание ее родители, сейчас Эмбер Хёрд встречается с режиссером триллера «Оно» Андресом Мускетти.